снял себе Fox. 1000 лет, наверное, уже видео не снимал, уже забыл, как это делается. Сейчас иду на спиннинг. Покидать на речке. Одной выдался редкий. Вот. Затяжная оттепель. Середина февраля. До этого ходил, наверное, с начала 2022-го. 2 раза на речку. Один раз поймал щучку там на 500 кило. Полторашка. Второй раз пролез, проходил, снега очень много. Где-то выше пояса, наверное. Второй раз ничего, даже поклевки не увидел. А, нет, 2 поклевки было. Ну, безрезультативно. Сейчас оттепель, снежок подсел, идти гораздо легче. Бронь, которая была, она подсела, и такой я, как наст получился. Прикольно, гораздо легче, нежели вот буквально там пару недель назад, когда валили снега, там, блин, вообще беда с дорогой была. Ну, посмотрим, что получится. Такая вот речка маленькая. Десна, Подмосковье. Вот. Очень интересный водоем. Много перекатов, есть ямы, есть бровки. Вот такое. Прикольно, прикольно. Вот так вот дорога идет вдоль. Сейчас я иду до этого, до омута, до ямы. И будем пробовать ловить, стартовать оттуда. Посмотрим, что получится. Не знаю, получится вообще что-нибудь. Вот так вот чудесно, блин. Деревья попадали под тяжестью снега. И приходится на коречках, блин, идти. Но я смотрю, я здесь не первый, не последний желтый снег. Желтый снег. Первое правило — не трогать желтый снег. Вот так вот. Ух, подзасыпало, конечно, в этом году снег вообще море. Просто море. Не знаю, куда его столько взялось. Это долги, что ли, с тех годов. Так, идешь, 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 идешь. Бах, речка. Тропинка появилась. До этого ее вообще практически не было. Чья-то это была. Маленькая-маленькая. Сейчас море побольше стало. Ну, в принципе, добрались до места ловли. Сейчас раскидывать пока. Вот так вот столик мой выглядит. Приманочки. Самое главное на зимней рыбалке — это термос. Это термос. Не рыба, не теплая одежда, а термос. Потому что ничто у вас так не согреет, как теплый чай. А лучше горячий. С лимоном и имбирем. Сейчас, короче, раскидываться будем. Закидываться, промеряться, смотреться, где она, что она. Самая рабочая точка вот за этот сезон, осенний, зимний, это вот это. Здесь излучины реки, поворот. Соответственно, выманы такие под берегом с той стороны, с этой стороны бровочки. И щука здесь очень-очень часто встречается, очень часто стоит. То есть прокидываем, смотрим. По осени, в ноябре месяце, очень-очень хорошо работала эта точка. То есть с утра, в первую очередь, шел всегда сюда. 1-2 карандаша постоянно снимал с этих, с этого места. Сейчас посмотрим, прокидаем. Что, как будет, будет или не будет. Сегодня снимаю так, на камеру, которая оказалась заряжена. Вот, мешки под глазами. Это все работа. Не надо много работать. Вот. Ну и посмотрим, что будет, не будет. Сейчас прокидал воблерами, попробовал. Что-то как-то глухо. И по мелководью, и по бровкам. Тишина. Сейчас налил себе чайку. Чайковского, черного чайковского. Качественного, хорошего. И сейчас попробуем, соответственно,
вот на такую штуку. Червяк. Рачок, или не знаю, как он называется. Вот. Посмотрим, будет чего-нибудь, не будет. Сейчас же попробую прокидать силикона энное количество. Попробовал, кстати, на эту мандулу первый раз, но что-то как-то вытащил две такие коряшки средние. Килограмм по полтора, по два. Бросил их под дерево, под берег. Вот, и пока тишина. Посмотрим, что-то солнышко, похоже, будет. Хотя не хотелось бы сегодня солнышко. Солнышко передавали назад. Сегодня все-таки пасмурную погоду обещали. Поэтому, в принципе, я и пошел на рыбалку. Единственное, только очень плохо то, что ветер. Очень сильный порывистый ветер. 18 метров в секунду. Здесь его не видно. Я стою под бугром. Вот так. Вот так это все выглядит. Это меня спасает. В принципе, пробую. Ну и посмотрим, что, как, чего, куда, кого. Я что, покидаю? Ворона. Так, прокидаю и допью чай, посмотрим. Может, на другую точку сходим. Может, не сходим. Может, просто снега много. Неохота лазить, честно. Сейчас чуть-чуть пройдет. Оттепель подсядет. Можно будет походить. Будет уже поинтереснее сейчас, пока не хочется по рыхлому снегу, который, в принципе, по пояс, лезть куда-то. Не горю желанием. Перекидал, короче, все, что было практически. Сейчас, наверное, допью чаечек, очередную порцию холода, что-то ветер пипезный прям по руслу фигачит. Солнышко то выйдет, то пропадет, то выйдет, то пропадет. И, короче, как-то так. Сейчас поставил СП-шку, маленький 90-й воблер, и пойду прокидаю вдоль берега где-нибудь. На свалах посмотрю, если да-да, то нет-нет. В принципе, сегодня день такой непонятный. Все, весь арсенал перебрал, но, видимо, не сегодня. Ну, ничего страшного, если каждый день ловить. В принципе, скоро ее вообще не останется. Поэтому все нормально. Главное, отдохнул, поздоровался с речкой. Так далее, там потом. Сейчас смотрю, следов очень много звериных стало. Ну, как звериных, так. Бобры. Еще какие-то непонятные. Сейчас шел сюда, белку видел. Такой в зимнем обмундировании. Вся такая прям пушистая, серенькая. Как-то так. Такой вот прекрасный вид на маленькую речку. Что-то руки подмерзать начали, блин, на морозе. Вроде в перчатках. Вон там буранка небольшая. Там какой-то дачный поселок. Не знаю, как называется. Особо не вникал. Вот, речка не замерзает. Даже довольно-таки при сильных морозах, там минус 15-10, она не прихватывается. Теплая. Господи. Вот так вот идешь вот. Глубина такая нормальная, снега, блин. По колено. А здесь тусуются товарищи, которые катаются на квадриках, на снегоходах. Раньше, кстати, навес был, что-то они осенью разобрали, что ли, снесли. Что-то как-то так. Смотрю, следы появляются. Чем ближе к весне, тем больше народ сюда приходит. Кстати говоря, народ приходит зачем-то сюда гулять с собаками. Бог знает откуда. Идешь такой, идешь, а тут бах, и шарик. Как эти, в фильмах заграничных ужасов. Клоуна только не хватает к этому шарику. Яркому. А здесь такая тропа. Снег подсел, кстати, здорово подсел. Прям радует. Вообще все радует. Кроме щуки. Нет ее что-то, или она бастует. Хотя уже с начала смены погоды, ну как погода начала ломаться, с мороза на оттепель. 4 дня прошло. Обычно хватает 2-3 дня, а тут 4 прошло и что-то мало. Прям такой, прям наст-наст. Ну, шарик лежит. Вот, прям здорово видно его издалека. Сейчас прокидаем, чуть-чуть поотвечим. Да-да, нет-нет, ничего страшного. Голодным не останусь. Так, чисто для удовольствия. Вот.
такие вот веточки прекрасные за зиму высыпались. Вот такие вот заводиночки классные. Вон там что-то лежит. Или кто-то нырнул. А нет, лежит. Что-то принесло. А, еще будем пробовать. Блин, с этим ветром одни проблемы. Сейчас ветер поднялся, начали сильнее обледеневать кольца. Прям вообще, прям, блин. 3-4 проводки. Приходится чиститься. Специальные там всякие примочки я не использую, потому что что-то почитал на форумах, пишут то, что все это относительно. Ну, это понтоновский углерок. Все его прекрасно знают. Вот так вот, сейчас почистимся, пойдем подальше. Ну, вот такие вот прекрасные места. Снег начал отслаиваться пластами над дувы. С той стороны, с поля. Потихоньку тает. Вот теперь солнышко вылезло, которое не передавали. Вот такой прекрасный раскатик небольшой. Братчик, сейчас там чуть-чуть попробую, прокидаю. Здесь тишина. Там в зверовых тропинках. Тут край поля. Здесь такие вот интересные места. Короче, собираюсь сейчас домой. Что-то нифига ничего нет, не клюет. Ну, ничего страшного, зато прогулялся, посмотрел, что, как, куда, кого. Сейчас буду собирать спиннинг, допиваю чаек. Остаток у меня остался тут чуть-чуть. Сейчас чайку допью и пойдем домой. Кстати говоря, сегодня же какой? 14 февраля, да? Сегодня праздник. День Святого Трифона, так что всех рыбаков, охотников поздравляю с праздничком. Всего самого наилучшего. Больше трофеев. Вот. И хорошей погоды. Все. Всем пока-пока. Увидимся.